Для драчуна Башарова нашли место в тюрьме. Шоумен Рустам Солнцев считает, что актер, который избивает своих жен, незаслуженно находится на свободе. Его место в следственном изоляторе рядом с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. По мнению Солнцева, Башаров не только наносит женщинам физические травмы, но и калечит их психику. Артист избил свою жену Елизавету Шевыркову. Об этом сообщил брат избитой женщины, у которой был сломан нос. Кроме того, информация о применении силы в отношении супруги появлялась и в 2017 году, когда Башаров и Шевыркова вернулись из Доминиканы. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!